1500 артистов могут находиться на сцене одновременно. У нас под ногами не просто асфальт, да, по которому мы гуляем, есть целый технический город, который подразумевается гримерные, звукооператорские пункты и очень низенькие, он, конечно, и вы знаете, вот как показатель человек, который всегда как-то недоволен тем, что у нас все маленькое и небольшое, это Филипп Бедров Вещекоров. Он нам, кстати, говорит, как его можно было повыше поднять. Ну а куда? Здесь был ландшафт, и, кстати, здесь и сразу рождается ответ на вопрос, почему Витебск станет, да, фестивальным городом. Обратите внимание на